И что ж, ребят, а перед началом хочу вас попросить подписаться на мой канал. Моя цель до конца этого года набить 100 тысяч подписчиков. Ребят, я надеюсь, вы мне в этом поможете и подпишитесь на канал. Заранее, ребят, всем огромное спасибо. И всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Рашер, и это новая серия, рубрика «Дети Вуары». Всем, ребята, приятного просмотра и приятного визита, кто кушает. Ой, так, ладно, быстренько просыпаемся. Так, где у нас тут? А где эти? Стоп, а где Ронечка и Соня? Чего? Ребята, а вы где? Алло? А чё за фигня, а где они? Бред какой-то, а где? Серьёзно, а куда они делись? Чё это за коврик? Тут же вроде больше что-то валялось. А где они? Стоп. Они что, меня кинули, что ли, или что? Куда они делись? Чё-то я этого, ну, не особо понял. Блин. Я серьезно что-то не понимаю. Где они? По идее, они должны спать были здесь. Ну-ка, может, не в кабине пилота сидят? Чё за бред? Ладно. Ладно. Походу их нет. Походу, они свалили куда-то. Чего? А как так-то? В смысле, они просто меня бросили или что? Ладно. Надеюсь, что они вернутся. Очень это надеюсь. Так, ну так, что у нас тут? А, Рончик у меня оставил какие-то координаты. Это что за координаты? Ну, блин. Чё-то непонятно, ни хрена. Куда они делись? Куда ушли? Зачем и почему? Ну, ладно. Короче, я сегодня один, получается, буду грабить. Только мне сначала нужно все ненужные вещи куда-нибудь убрать. О, это рюкзачок для денежек. Тут у нас есть что-нибудь? Охренеть, у меня до сих пор остались просто аймаки. 56 штук, охренеть, даже может больше. У меня тут просто всего что? 5 серебряных кнопок, точнее, серебряных бриллиантовых кнопок. Это сюда, охренеть у меня всего. Ну-ка, давайте-ка сейчас сюда все накидаю. В принципе, я думаю, сегодня можно, наверное, будет попробовать поискать все-таки новую квартиру, как бы. Ну, надоело в самолете, как бы странно, все время в самолете, у нас тем более уже топливо скоро кончится. Как бы надо еще и топливо для самолета найти, все дела. Ну, короче, будем сначала, ладно. Пока что отправимся на координаты, которые дал мне Ронечка. Так, что у нас тут? И где мой парашют? Где мой парашют? А вот он. Вот мой парашютик, это сюда. Денежки у меня в этом. Да, запоминаем, что денежки у нас здесь. Значит, пора отправляться. Так, берем вот эту фигню. Так, открываем эту фигню. И, в принципе, начинаем сразу отправляться. Нам куда-то. Вот туда только, мне кажется, что это не так должно работать. А, стоп, что? Не очень понимаю, ну да ладно, мне кажется, стоп. Не понимаю, как это работает, ну как-то это работает. Так что быстренько давайте лететь вот на те координаты, они находятся вот где-то что-то там. Ага, ну давайте быстренько сейчас узнаем, что там находится. Блин, офигеть, снег, серьезно, вот серьезно, сейчас же лето, блин, какой снег? Какой снег, вы чё? Блин, странно на самом деле это выглядит, ну ладно. Так, ну я вроде почти уже долетел. Кажется, если я не ошибаюсь, то что-то где-то здесь. Ладно, я пока приземлюсь, наверное, где-то вот здесь попытаюсь. И, в принципе, чтобы понять, хотя бы куда, зачем я лечу, стоп. А вот если я вот это отключу... Ага, ага, я понял, как этот парашют теперь работает. Наконец-то я разобрался, а то я просто о нем ничего не понимаю. Вот теперь хоть как-то разобрался. Ой, житель хоть и мирный, я тут как-то приземляюсь странно. Все, так, тут у нас что-то такое, непонятно что. Тут у нас какие-то дырочки, что-то такое. Вот этот, по координатам, вот этот дом. Что это за дом? Что это за дом? Ну, Ронечка просто так бы это не кинул, так что это, наверное, дом какого-то ютубера или что-то типа такого. Так, они хоть охраняются, нет? Ну, вроде бы я что-то не вижу даже охраны. Это как так? Это как? Ладно, давайте потихонечку начнем действовать. Так, карту быстренько закрываем. Но это реально дом какого-то, вон там, что у нас? Я тут уже ноут вижу неплохой. Блин, я вообще, конечно, здесь никого особо не вижу. То есть, блин, даже непонятно, чье это. Ладно, давайте тихонечко начнем. Быстренько, у меня масочка где? Одеваем масочку. Давайте-ка сейчас быстренько вот так спрячемся. Камеры вроде бы здесь нету. Так что делаем вот так. Убираем все ненужное вот сюда. Грязь какая-то. Зачем мне здесь грязь? Давайте куда-нибудь сейчас быстренько вот сюда тоже поставим. Так, и что у нас здесь? Ну, все, у меня до хрена рюкзачков. Давайте-ка вот так их накидаем. Что у меня здесь? Ага, здесь у меня денежки. А вот в этих что у меня рюкзачках? Давайте тоже посмотрим. Пустой. Ну, давайте его пока сюда положим. А это что? И тоже пустой. То есть у меня два пустых рюкзачка? Серьезно? Охренеть, ну это неплохо. Это сюда, давайте сейчас все сюда уберем, чтобы понимать. А, у меня еще один какой-то рюкзачок, чтобы понимать, сколько у нас вообще места будет. Ой, у меня золото. У меня еще денежки, оказывается, и золото. Давайте-ка я сейчас все быстренько переберем. Вот, масочка Соника, я даже не знал, что она у меня здесь лежит. А, у меня даже вот эти остались калаши, нифига себе, прикольно. Так, денежки у нас вот здесь. Значит, денежки все перекидываем быстренько вот сюда. Золото тоже у нас будет храниться вот в этом вот ящики, давайте такого переложим вот так. И давайте уже начнем грабить. А что, ну, типа разное что-то или что? Я что-то не понял. А, это бронза и это. Понял. Хорошо, хорошо. А, стоп, бронза. Ага.
не знаю, ну ладно, пусть лежит. Раз есть, значит нужно, наверное. Все, давайте быстренько начинать. И давайте-ка сразу лом сюда. Ну, это, наверное, тоже сюда уберем. Пусть не будет у нас тут вообще, чтобы места побольше было. Все. Можно, в принципе, вот с этого, то, что у нас имеется, уже спокойно обустраивать даже квартиру. Только масочка мне это не нравится. Я хочу Соником быть. Все. Соник теперь. А у меня какая-то еще масочка была. А вот Куала, да. Ну все, ладно, давайте начинать. Что-то я тут немножечко так как-то долго все делаю. Так, заползаем. Сразу пультик что-то лежит. Что тут у нас? Ну-ка, есть что-то? Ага, телек не работает. Ну ладно, давайте вернем тогда обратно этот пультик. Начнем тогда быстренько с ноута. Ноут это важно. Ну. Ух ты! Прикольно. Вот эту картинку я точно заберу. Вот эту картинку мне уже нравится. Вот это мне не надо. А вот это я заберу. Все. А я их не смог забрать. Серьезно, жалко. Ладно, быстренько. Вот это забираем. Вот это забираем. Ну, столик нам нафиг не нужен. Диванчик нафиг не надо. О, PS и Xbox. Неплохо. Давайте тоже заберем. Какая-то умная фигня. Нафиг она надо вообще? Ну, ладно, заберем тоже. Телек забираем. Что у нас здесь? Айпадик и AirPods. Неплохо, неплохо. Ну давайте вот тут что у нас, давайте с этого ящика начнем. Ну уже 400 баксов есть, неплохо. Ну давайте я уже считать не буду, просто буду собирать все, что вижу. Денежек мы уже неплохо нашли. Мне кажется, надо тоже собирать здесь мебель. Все-таки, если я собираюсь покупать квартиру, мебель нам пригодится. Так что, наверное, я буду сейчас забирать абсолютно все, что просто вижу. Пультик я забрал? Забрал. Отлично. Ну, вот эти, кстати, стульчики мне даже нравятся. Они достаточно красивые, прикольные, так что я их точно заберу. Быстренько это забираем. Ой, что-то не то ломаю уже. Давайте столик на всякий случай тоже подворуем, хотя это уже как-то странно. А вот для кухни, мне кажется, я точно что-нибудь подворую, потому что, ну, как бы, кухня, да, нам тоже будет нужна. Ой, я что-то уже не то начал ломать. Ну, давайте это вернем обратно, это вернем сюда и начнем быстренько дальше ломать. Шкафчики эти пока не буду забирать, мне кажется, на втором этаже не тоже будет, я надеюсь на это. Быстренько это забираем. Ну, диванчик, ладно, раз диванчик. Хотя у меня диванчиков и так вроде вот здесь до хрена, да, было? Или нет? Или да? У меня сидюшечка даже, неплохо. Угу, ну, диванчики у меня еще какая-то. Ладно. Короче, у меня тут всякого, у меня есть печеньки даже. Давайте начнем дальше. Что у нас здесь? Прикольно, кстати, тоже неплохо. О, еще. Отлично, денежки. Айпадик еще один. Чей это дом? Фига тут. Неплохо, неплохо. Я даже не знаю, кого я граблю, но кого-то я граблю. И у него тут очень много техники Apple. Тоже неплохо. Да, айфончик 7, охренеть. Неплохо, неплохо. Так, а есть обычный какой-нибудь айфончик, там 10 какой-нибудь. Ой, 11 Pro, просто идеально. Так, что у нас есть какие-нибудь? Ой, еще что-то. AirPods просто в кухонном ящичке, да, прикольно. Точнее, вот я не знаю, что это, какие-то шкафчики такие. Ну да ладно, тоже все забираем. Это тоже забираем все. Тут на что? Серьезно, вот просто в каждом ящике денежки. Вот кто это? Чье это? Я ладно. Прикольно. Опять AirPods. Блин, вот серьезно, нам надо искать, наверное, здесь тоже барыгу все-таки, тоже ему что-то продавать, потому что, ну, у нас до хрена всего, а продавать-то это вообще некому. Давайте сейчас сюда все начнем скидывать пока что. Это сюда. Ну, давайте вот так все напихаем. Блин, у меня сейчас этот сундук тоже не сундук, а вот этот вот рюкзачок тоже закончится. Ладно, вот это сюда. Денежки будем кидать в наш вот этот сундучок. Давайте, я даже не буду даже проверять, сколько там, чем мы за сегодня наворуем, просто до хрена заберем все и все. Главное забрать. И главное тихо забирать. Ой, я что-то не заметил, серьезно. Так, быстренько забираем MacBook. Так, он нам обязательно пригодится, наверное. У меня их 12 штук, серьезно. Ладно, я даже не знал. Давайте тут быстренько все осмотрим. Похавать есть что-нибудь? Пожрать даже есть, неплохо. Это очень даже хорошо. Давайте все тогда здесь забираем. Здесь денежки. Здесь у нас тоже денежки. Еще денежки. Неплохо. Короче, я думаю сейчас всю эту кухню обворовать, а потом уже пойдем на второй этаж. Тут на что еще денежки? О, кстати, вот это нам пригодится. Посудомоечная машина тоже пригодится. Микроволновочка. Ну, это нам нафиг не нужно. Блендер этот. Нафиг он нужен вообще нам. Денежка, денежка, еще денежка. Неплохо, неплохо. И сколько у нас сейчас? У нас почти... Да хрена, у нас почти 3000 баксов только вот отсюда. Ага, ага. Кто это? Стоп. Кто здесь реально живет? Пока непонятно. Сейчас найдем, кто тут живет. Ну, здесь мы вроде все обыскали, да? Ну да, вроде все обыскал. Ну, давайте плиту тоже заберем, тостер заберем. Все заберем, будем воровать просто по максималке. Ну, баночка для печенек, не знаю, нужна нам, не нужна. Ну ладно, первый этаж мы более-менее ограбили. Ну, вот эти, кстати, стульчики мне тоже нравятся, так что я их тоже, наверное, заберу. Ой, ой-ой-ой, все отлично, забрали. Ну вот картинка, картинка красивая, реально красивая, уродец какой-то. Давайте быстренько сейчас все тогда скидаем сюда, чтобы у нас было побольше места все-таки. Так, и потом уже там дома что-нибудь, хотя у нас дома пока нормального нету еще, надо нормальный дом купить. Ага, ну, купим, короче, как-нибудь купим. Наверное, завтра как-нибудь, если Рончика с Соней вернутся, начнем уже нормально искать себе нормальный домик, квартиру. Как бы да, ну постараемся. Так, давайте-ка аккуратно, давайте сразу оружие подготовим на всякий случай, чтобы нас, если что, тут какой-нибудь уродец сидит, чтобы мы его завалили тихонечко. Сразу калашик подготовим. Тут хромакей, значит, это точно какой-то блогер. Точно какой-то блогер. Кнопочки? Так, я вижу кнопочки. Ага, что? Эта же кнопка дается за 50 лямов подписчиков.
Мы даже ее у этого, у мистера Биста не видели. Она есть вроде только у этого, PewDiePie и такого-то там Т-Сириаса, что-то такое помню. Ладно, так комп работает. Стоп, тихо. Там PewDiePie. Он даже мне не обещает ни внимания. Ладно, давайте его быстренько сейчас оглушим. Так, получай. А, нет, все, я понял. Он сейчас будет со мной драться. Надо отбежать. Так, давайте вот так делаем. Ой-ой-ой, он бьет, больно бьет. Все, отлично, мы его вроде бы оглушили. Давайте быстренько продолжаем сразу тут все воровать. Так, это здесь забираем. Отлично, денежки здесь. Так, все, забираем. Здесь мы вроде так, вот тут тоже. Отлично. Давайте все ящики. Опять AirPods, серьезно? Что? Серьезно, два ящика, сразу две пары AirPods. Нафига ему столько AirPods, я не знаю. Ну, ладно, странный. Так, ну-ка. Что? Каким хреном он здесь оказался? Ладно, он меня не замечает, давайте тихонечко вот так вот. Все, забираем, пока он не видит. Вот так вот тихонечко, хопа. Блин, он мне не нравится. Каким хреном он опять здесь оказался? Давайте сейчас его быстренько оглушим. Так, стреляем в него вот этими. О, блин, он очень больно бьет. Что за бред? Блин, он очень сильный. Ну-ка, обратно убегаем. Нафиг оно надо? Чё-то он слишком жесткий. Блин, без дронечки тяжело на самом деле. Очень тяжело. Давайте-ка здесь пока заныкаемся. Надо очень быть осторожным, блин. Он очень сильный какой-то. Блин, я думал, ютубер просто такой слабенький. Блин, оказывается, нет, он слишком сильный. Ладно, давайте еще раз тихонечко поднимаемся. Блин, вот что это такое, а? Ладно, вроде бы сейчас его оглушил. Так, где он тут? Он вроде только что там... Стоп, я же его нормально сейчас оглушу. Где он сейчас? Так. А, он исчез. Прикольно. Прикольно, ладно. Давайте быстренько все денежки тут забираем. Здесь мы все забрали. Вот кнопочки, это прикольно. Давайте вот кнопочки. Вот серьезно. Это какая, рубиновая или как она правильно называется? Я уже даже и не помню. Ой. Да, рубиновая кнопочка. Ну, давайте вот ящик обратно вернем. Все-таки ящики мне вот эти не нужны. А вот компьютер, я думаю, я заберу. Ага, они все работают. Давайте их выключим для начала. Так, забираем. Это тоже забираем. Ой, я что-то еще ломать начал. Это тоже не очень хорошо. Возвращаем все обратно. Ну, давайте вот этот роутер тоже подворуем. Все-таки роутер, ну, лишний не будет. Да ё-моё, как я так ломаю? Чё за бред? Все, давай себя быстренько. А, фига тут ящиков оказывается, ну-ка. А, тут в каждом еще и денежки, да, сейчас лежать будет? Только денежки, а может какие-нибудь предметы все-таки будут? Это... О, часики какие-то, прикольно. Так, часики какие-то уже нашли, не знаю что, ну, вроде нормальные часики. Айфончик еще один. Мы же вроде находили уже айфончик в каком-то ящике. Ладно, странно на самом деле, но да ладно. Давайте, айпадик еще один. Мне кажется, я такой уже тут тоже находил. Блин, че, сколько у меня предметов просто, офигеть здесь. Так, ну ладно, все-таки ютубер, у которого 100 лямов подписчиков, как бы да, все понятно. Давайте быстренько вот это тоже заберем. Так, о, Nintendo, неплохо. Тут у нас тоже непонятно чего. Все, опять денежки идут. Опять денежки, офигеть тут бабла. Офигеть, что? Ладно. Блин, очень много денежек, это очень даже хорошо. Ну-ка, забираем все, что есть. Так. И это тоже забираем. Все, давайте быстренько поскорее. Опять iPhone, серьезно? Это очень хорошо. Не, нам точно нужен барыга, просто у меня уже реально в сундуке, а точнее вот в этом, в рюкзачке, нету места. Это не очень хорошо, так что лучше нужно все-таки куда-то все продать. Опять Apple Watch, неплохо. Давайте все это забираем. Опять AirPods. А, у меня места уже нету, прикольно. Давайте все денежки, короче, вот сюда вот напихаем. Денежки я все брал, давайте. У меня здесь просто нету уже места. У меня просто сейчас до хрена всего. Все, здесь место кончилось особо так, да? Так, ну это сюда, это сюда. Эти стульчики не могу убрать, вот это сюда могу убрать, это так. Это я не могу ничего убрать, да? Значит, уже в следующий рюкзачок переходим. Офигеть, просто уже начали новый рюкзак. Угу, прикольно. Ну ладно, завтра все-таки, надеюсь, рончика будет. Все, теперь работаем. Дальше. Ну здесь мы все забрали, да? Переходим. А, мы вообще все что ли забрали? А, нет, не все. Вот здесь еще остаются. Так, здесь мы все забрали. Так, ну это нафиг не надо. Так, ну это ванна, туалет нам-то... О, прикольно. Прикольненько. Ладно, поняли тогда дальше. Здесь мы все на... О, кондиционер, прикольно, только что видел кондиционер. Давайте заберем на всякий случай, как-нибудь установим. А второй? Прикольно, точно забираем, короче, это нам пригодится. Все-таки сейчас такая жара. Хотя тут снег какого-то хрена. Ну ладно, заберем с собой, если что. Погнали сразу на третий этажик, что у нас здесь? О, что? Ну так-то прикольно, конечно. Ага. Ладно, второй комп зачем-то ему.
Давайте быстренько начнем, но это нам не надо. Одежда, все дела. Ну, красивые картинки, на самом деле, красивые. Так, да, все это забираем тоже. Вот это сюда. Ну, опять денежки, но это понятно. Денежек мы уже здесь наворовали слишком до хрена. Денежек у нас уже так много, что можно спокойно, наверное, свой остров даже купить. Так-то, почему нет? У нас очень до хрена бабла. Давайте быстренько вот это забираем. И что у нас здесь? Тут опять денежки. Денежек слишком много. Мне кажется, мне столько даже и некуда будет тратить. Реально, вот их слишком много. Говорят, денег много не бывает. Ага. Ладно. Вот просто, если посмотреть вот на этот вот... Вот это вот, денег много бывает. Слишком много бывает. Ну да ладно. Давайте это заберем. Это тоже забираем. А я могу вообще какую-нибудь картину подворовать? Вот мне такие картинки подошли бы на самом деле. Они красивые, я бы их дома там поставил, все дела. Ой, вот это берем. Опять AirPods. Сколько? Мы еще нашли вот просто на этом этаже 3 пары AirPods. Зачем ему столько? Вопрос. Нафига? Ладно. 4 пары AirPods, прикольно, прикольно. Но здесь уже ничего нету, так, что там у нас? Ага, iPad'ик, прикольно, еще один iPad'ик. Ладно, кондиционер еще один, ну давайте тоже подворуем, роутер еще один заберем, компик заберем, еще один компик, так, хопа. Теперь что, здесь мы все забрали? Вот картинку бы хотелось забрать, но я не знаю, смогу ли я ее взять вообще как-нибудь, ну-ка. Так, я могу покрутить спокойно. А забрать не могу, да? А забрать я ее сломал. Ну и ладно, все. А если сделать вот так? Ну-ка, возьмем какую-нибудь маленькую картинку. Вот эту. Нет. Я их просто убил. Ладно, я испортил две картины. О, это его спальня, да? Что у нас здесь? А, ну я думал, тоже какие-нибудь анимешные картинки будут, но что-то ни одной нету. Жалко. Жалко. Ну ладно, ноут забираем. Опять AirPods. Нафига? Просто реально нафига? Ладно, давайте тоже забираем. Так, это забрали. Все. Я даже не знаю, сколько мы здесь уже бабла заработали, но заработали мы реально дофига. Даже сам не знаю, сколько. Ужас. Ну ладно, забираем это все. Вот это забираем. Так, здесь забрал. Нет, не забрал. Вот здесь забираем. Опять AirPods. Вот просто, вот на этом этаже мы нашли сколько? 6 пар AirPods. Серьезно. Так, здесь денежки. Все, по идее, ну давайте телек тоже заберем, все-таки, ну, неплохо так стоит, мне кажется. Одежда, игрушки какие-то, Вот мне бы серьезно подошла бы какая-нибудь картина, вот я бы вот это бы взял, допустим, но что-то не могу, короче. Давайте вот здесь хотя бы ящики подворуем, пусть пригодится, наверное. Можно теперь, наверное, будет сейчас возвращаться обратно на базу. Я надеюсь, что Ронечка и Соня там уже будут находиться, ну, очень надеюсь. Тут больше нет ничего даять? Ну, вроде да, здесь уже нет никаких подъемчиков, ничего нету. Хорошо, тогда можно... Сейфов тут, видимо, никаких не было. Да у него все просто раскидано было вот здесь. Может, я что-то еще не собрал? Ну, давайте побольше ящиков заберем все-таки, на всякий случай. Все-таки, если будем покупать квартиру, нам эти ящики даже очень хорошо пригодятся, как бы, да, сможем все сделать красиво. Эти штуки, наверное, тоже бы пригодились. Ну, ладно. Если что, потом как-нибудь найдем какой-нибудь мебельный магазин, чего-нибудь там. О, давайте, кстати, вот это заберем. Все-таки у нас телек есть. Столики нам нафиг не нужны, а вот с кухни, я не знаю, типа, ну, вроде их и надо взять, наверное, потому что... Ну, давайте я на всякий случай подворую, все-таки, если покупать квартиру... Я, оказывается, там денежки, походу, не собрал, раз вот это... Сейчас там денежки выпали, ну ладно. Давайте вот это я сюда сейчас быстренько все накидаю. Опять компик. Ага. Короче, надо будет разобраться, что у меня вообще есть, потому что я запутался, что у меня есть. Ну давайте вот тут мы тоже сейчас быстренько вот это забираем. И у меня кажется, скоро лом сломается на самом деле. Это печально, потому что в прошлый лом я покупал еще, когда был в России находился, а сейчас мы находимся в Америке. Я не знаю, где здесь барыги, во-первых, где можно купить вот эти ломы, все дела. Это, конечно, печальненько. Холодильничек я заберу тоже на всякий случай. Да я все заберу, все нужно. Хотя, мне кажется, такая большая кухня, она нафиг не нужна. Но вот картина мне нужна. Но картину я не могу забрать. А хочется, очень хочется. Так, я бы такую картину реально бы дома повесил, вот эту вот сейчас, которая там. Сейчас покажу. Вот эту вот я реально повесил. Она выглядит неплохо достаточно. Ну ладно, мы вроде все забрали, все, что тут было. Можно этот шкафчик тоже, наверное, подворовать. Все-таки он тут какой-то лишний выглядит как-то так. Так что давайте быстренько вот это тоже заберем. Ну, этот тоже заберем. Нужно все забирать, пока есть возможность. Пока хозяин там спит, все дела. Можно тихонечко забрать все. Так, теперь бы вспомнить, где наш самолет находится. Карту быстренько открываем. Самолет находится где-то вон там. Значит, начинаем сейчас сразу же. Где мой парашютик? Так, ментов нету, уже хорошо. Ой, спасите. Что?
Я опять застрял, нет! Что не так с этим парашютом? Что-то происходит очень странное, я не могу понять, почему я все время застреваю в таких вот штуках. Непонятно, давайте сейчас попытаемся повыше-то лезть, может поможет хоть как-то. О, заработал, наконец-то! Как он странно работает, на самом деле, этот парашютик непонятный. Ну ладно, в принципе, давайте уже возвращаться тогда обратно на самолетик, только лететь еще далековато, конечно. Но теперь у нас до хрена опять бабла. Я не знаю, сколько мы за сегодня заработали, но заработали мы реально до хрена, походу. Стоп, где? Так, где? Вот просто этот рюкзачок с денежками. Я не знаю, сколько здесь, но тут слишком до хрена, и я что-то начал падать. Так, давайте-ка сейчас разберемся, куда, что и зачем, а летим мы вроде бы правильно. А вот самолетик-то. Так, давайте-ка немножко повыше взлетим, чтобы на него не столкнуться, чтобы не попасть в этот вот в эту хрень. А то все, и нам ГГ будет. Как бы да. Давайте вот так. Все отлично. Вот нам бы сейчас потихонечку начать опускаться, приземляться. Я не вижу, есть там Рончик или Соня, что-то их вообще сегодня не видел. Это очень странно для меня на самом деле. Ну ладно. Так, все, я приземлился. И у меня почти реально сломан лом. Так, Роня, Соня, вы тут? Ну-ка. Походу, стоп, никто не отзывается. Чё за бред? Где они? Чё за фигня? Где вообще они? Я чё-то вообще не понял прикола. Ну, видимо, что-то явно здесь не так. Короче, давайте я быстренько пока что хоть что-то сделаем на самолетике, потому что... А, мне бы нормально раскидать все вещи, потому что у меня как-то все странно сделано вот по сундукам. Точнее, по вот этим рюкзачкам. Потому что тут слишком до хрена всего накидано, и я просто не могу понять, где что. Ну вот, у нас, кстати, блоки есть. Давайте вот тут хотя бы немножечко вот вернем то, что тут сломали. А, это меня как в прошлый раз спасали, я понял. Так, здесь тоже вот так вернем. Все-таки хоть как-то, ну, залатать дырочки надо. Это кнопка, которая типа сам должна была что-то сделать, взорвать этот самолет, но что-то пошло не по плану, как я помню, да? Ой-ой-ой-ой. Да, и тут еще и пилотов нету. Ну, мы сами как-то вон управляем. Автопилот, все дела, работает. Ага. Ну, так-то вид здесь красивый. Вон башни, только что-то мне стрёмно как-то летать здесь. Ну, да ладно, все. Короче, я надеюсь, что завтра, ребят, я все-таки увижу, потому что, ну, блин, что за бред? Где они? Как так-то? Меня одного тут оставили. Охренеть. Это вообще неправильно, на самом деле. Ну, вот здесь надо, кстати, реально картинки бы... Вот те картинки бы реально здесь пригодились. Но их нету. Угу. А где? У меня же какая-то еще маска была. Я же ее вроде вытащил, сюда тоже положил, не? Там вот эта масочка была куалы вроде. Где она? А где моя куала? Куала. Нет куалы. Ага, ага. А где куала-то, серьезно? Что за бред? Не, не может быть, я не мог потерять куалу. Ну тут есть вот это вот. А куала-то где? А вот она. Господи, пугают-то как. У меня есть еще какая-то голова вот такая. А, это обезьянка, которую мне Рони тогда дал. Господи, что это такое? Что со мной не так? Ой. Ой-ой-ой. Ну, уродец уродцем. Масочка уродливая. Я красивый. Вот какой красавец. Ладно, теперь можно идти, наверное, спать. Все-таки ребят нету. Значит, придется сегодня одному. Я надеюсь все-таки, что завтра они будут. Потому что если они меня бросили, печально. Будет очень печально. Все, тогда ладно. Я тогда, наверное... Ну, раз их нет, кроватку я подворую. Ага, ага. А я же кроватку этого подворвал вроде. Или... Я кровать у него не спер, да ведь? Блин! Надо было воровать. Надо было воровать. Чё-то я не подумал. Ага, ага. Ладно, а вот золото, кстати. Давайте сейчас быстренько, ладно, быстренько посмотрим, что у нас вообще имеется. Если имеются денежки, я, наверное, их-то я переложу просто в другой. Вот сюда, короче, перекину. Так, золото, золотишко, золотишко. Всё, кажется, здесь у нас ничего. Здесь у нас денежки имеются. Так, больше ничего нет. Ну, здесь, кстати, оружие и бриллиантовая кнопочка. Ага, прикольно. И давайте последний теперь смотрим. Здесь у нас... Ну, денежек у нас здесь нету, все. Денежки сюда последние кидаем. У меня, оказывается, вон сколько всего. А, это бронзовые вообще слитки. А что у меня бронза? Откуда они у меня вообще взялись? Почему? Зачем? Ладно. Странно. Не знаю, откуда они у меня, но откуда-то они у меня есть. Ага, ну у меня до хрена золото, это уже хорошо. Давайте это сюда. Тогда все, в принципе, я тогда, наверное, все-таки пойду уже спать. Так что все. А у меня в этих ящиках стоп. Я что-то потерялся, закружился, а голова кружится. Ну-ка. А что у нас вообще эти ящики здесь стоят? Ладно, короче, пофиг. Все, я тогда спать. А кто досмотрел до этого момента, пишите в комментарии, досмотрел. Каждый, кто напишет, получит от меня сердечко.